Я учусь 3 в школе, в 10 классе, с нашими динамскими пацанами. Ну, мы всего в месяц в новой школе, и вот за этот месяц, ну, конечно, мы разговариваем как со всеми учениками, так и между собой, ну, конечно, мы между собой больше общаемся. В новой школе, конечно, уровень знаний, которые они дают, выше. Ну, дисциплина строже, но, наверное, нам лучше. То есть нам сейчас надо учиться, это я прекрасно понимаю, чтобы сдать экзамен, чтобы поступить в хороший университет и чтобы быть культурными и полезными обществу людьми. Поздравляю вас с Днем Учителя! Ой, спасибо большое! Правда, приятно! Спасибо! Идемте вместе! Идем! Здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляю! В обучении скорее помогает то, что есть какая-то цель определенная, то есть то, что ты ходишь в школу так же, как и на тренировку, не просто, так скажем, для галочки, сходить и все. Вот. Так скажем, приходит понимание того, то, что тебе это в принципе нужно, пригодится, и не просто приходишь и получить там какую-нибудь оценку, допустим, положительную, а получить какой-то уровень знаний, который тебе поможет в дальнейшем, для своей дальнейшей жизни, потому что, ну, карьера футболиста, она не вечная. Вот, даже если все сложится, все равно нужно знать как минимум базу. И я думаю, это помогает. Выходя на поле, и потом, приходя в школу, я осознаю то, что это важно, и мне это нужно в будущем. Вот. Есть какая-то определенная мотивация. Ну, конечно, слова благодарности есть, но в целом учителя делают основную работу. Образование детей, вообще, в принципе, всех. Вот, это требует очень большого терпения и профессионализма с их стороны. Вот, и, несомненно, их заслуга в этом большая, чуть ли не полная их заслуга в этом. Вот, и, конечно, все учителя хочу отметить, это очень сильные люди, крепкие, в первую очередь, психологически. Не каждый бы смог быть таким. Ребята,